Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood. Сегодня у нас новый ролик по проекту Fetch AI. Сегодня, ребята, мы разберем новое сотрудничество проекта, оценим, полезно ли оно для Fetch и будет ли оно влиять на дальнейшее развитие. Поэтому попрошу вас заранее поставить лайк. Итак, переходим, ребята, к самой статье. Называется она Fetch AI и поиский центр. Ну, сократительно, то это сотрудничество с их проектом PSNC. Вот. Вот так выглядит, как мы видим, их значок. Мы видим сразу, что тут расписывают нам про Fetch, тут все, что мы, в принципе, знаем. Вот что мы можем узнать про данный проект PSNC. Он обеспечивает взаимодействие всех клинических университетских больниц в Польше. Эта компания совместно с Институтом биоорганической химии проводит множество исследований и разработок, предлагая дополнительные услуги для расширенного анализа данных и искусственного интеллекта области биоинформатики. Они именно в этом плане помогают, как вы поняли, больницам. Децентрализованные реестры, блокчейны могут оптимизировать процесс обмена личными данными, не требуя доверия между участниками. В сочетании с искусственным интеллектом это может обеспечить более полное понимание огромных объемов данных. И поэтому модуль коллективного обучения Fetch создал сценарий, в котором несколько заинтересованных сторон, это больницы и исследовательские лаборатории по всей Европе, могут построить общую модель машинного обучения без ущерба для конфиденциальности своих данных. Это позволит, естественно, обмениться информацией. А Fetch тут расписывается, что мы знаем. Вот, OpenSNC, что это Познанский суперкомпьютерный сетевой центр, входящий в состав Института биоорганической химии Польской академии наук, является всемирно известным условием европейского исследовательского пространства в области IT, инфраструктуры, науки и важным центром исследований и разработок. Вот. То есть, как вы понимаете, благодаря этому Fetch начнет наращиваться, потому что пользователи, которые работают с компанией PSNC, будут уже и доверять Fetch, и совместно пройдет коллаборация, после чего Fetch выйдет на новый уровень. Поэтому, ребята, я считаю, что это сотрудничество очень полезно для Fetch и показывает то, насколько сильным становится проект. Вот такой у нас вышел ролик, ребята. Надеюсь, видео вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, а все ссылочки будут в описании. Всем удачи, всем пока!